На самом деле получается, что год был просто поразительно продуктивный. Да, несмотря на все трудности, проблемы и так далее. Я же в этом году и коронавирусом тоже переболел. Но я, собственно, когда болел, я работал. Я, не там, я здесь находился, но я полноценно работал. Я не лежал там где-то больной. Нет. И поэтому для меня этот год был, наверное, одним из самых продуктивных. Лично для меня. И плюс же еще продолжалась стройка. И здесь, на территории Беларуси, идет, хотя она такая вялотекущая, вот, в силу этих причин, но она идет, безусловно. Идет, и несмотря на вялотекущий режим, она достаточно активна, потому что я же могу сравнить с другими. Вот даже смотрите, по той информации, которая у меня есть, я не знаю, вот она не совсем точна, но у меня есть такая информация, что на создание Юмобиля было затрачено $300 миллионов. Так? Это не буду называть кто, это российские олигархи и так далее. Все там, и так знают. Тем не менее, да. Было сделано 5 машин, всего лишь одну из них подарили Жириновскому, там что-то показали Путину, еще кому-то там, да. Всего 5 экземпляров было, так, сделано. Потом все это обанкротилось, и производство у них было там простейшее в бывшем типографском цехе, там была типография, да. И когда я пришел в Минск, узнал об этом, что это они банкроты, мы купили это здание, которое было, уже там не было никакого оборудования, это просто был цех, без ничего, пустой, да. И конструкторы, которые остались не у дел, не всех, но где-то половину мы взяли к себе на работу. И мы, вложив и здесь, и в Эмиратах, грубая оценка, потому что точно тут никто не может сказать, даже я, где-то $200 миллионов, там, значит, $300 миллионов и 5 машин одинаковые. Да? Мы сделали, спроектировали, изготовили, испытали, причем на разных режимах и так далее, 12 моделей. Моделей, не машин. Машин у нас больше, потому что некоторые модели по несколько машин. Совершенно разных машин. Грузовых, пассажирских, городских, высокоскоростных, легких, тяжелых. Так, сейчас на стапелях еще 5 машин. В том числе для Эмиратов, сюда, среди них есть еще 5-го поколения. Это в те же $200 миллионов входит. Мы построили... во-первых, это здание купили, как и у них было. Мы же вот тоже за него заплатили. Кроме этого здания у нас еще куча зданий появилась, в том числе офисное здание, где где-то 12 тысяч квадратных метров, 9-этажное здание, огромное. Это же наша собственность, мы тоже за него заплатили. И потом еще десятки других зданий и сооружений в нашей собственности. Собственность я имею в виду жития и в том числе инвесторов. Да? Это все входит в те же $200 миллионов. У нас в собственности здесь 36 гектаров земли. 28 гектаров земли в аренде, правда, в Шардже. Построено здесь 5 тестовых трасс. Построена 1 тестовая трасса там, в Шардже. И строится еще 1, 2, 3, 4, 5. 5 трасс еще. В те же $200 миллионов все это входит. У нас работает порядка 1000 инженеров в группе компаний трудных технологий, UST или UST, и мы же платим годы и годы зарплату, а там работает человек 50, наверное, не больше. Они же только Юмобиль делали, а не инфраструктурный проект, да? Сюда же тоже деньги тратятся, естественно, да? И мы еще делаем многие сопутствующие работы, которые потом дадут нам дивиденд. Даже будем вот это здание построено, да, потом по такому же принципу, только еще больше построено в Эмиратах. И сейчас у нас будут заказы наверняка там на такие деревянные дома, потому что все хотят жить в таком доме. Это просто произвел фурор там. У кого нет опыта реализации. Они даже, приходят там шейх какой-то, говорит, а что, дерево, что ли? Так не может быть, как? Оно же горит. И дерево нельзя дома строить. Но говорит, как здесь дышится? Как здесь хорошо, я хочу иметь такой дом. Да. Понимаешь? Там действительно, когда индусы строили, Ну, они как на стройке, обед они легли там на песок, там же тепло, или на бетон, и спали в обед. А потом, когда стали, стены возвели, они уже поняли, что лучше там спать. Там даже без кондиционера комфортные условия. Даже в жару, там другой микроклимат в этом здании, да? Мы же и эти вещи делаем. А сколько мы опор поставили за эти деньги? Юнимобили опоры не ставили. Это только в Санта-Барбаре там 20 опор. А так вообще, наверное, если взять и здесь, и в Эмиратах, больше 100 опор. А каждый опор – это целое сооружение. А посмотрите, станция двухэтажная, где музей для скоростного и для городского транспорта. И там еще и музей сделан, да? А посмотрите, лабораторный корпус с самым современным оборудованием. И сюда же входит, там у них были в Юмобиле какие-то там примитивные станочки. А у нас сейчас такой парк станков 5-координатных, самых последних моделей, японские станки, да, которых нет ни одного, вот такого набора станков, нет ни одного предприятия Беларуси, в том числе военки. Они у нас. Поэтому, когда я говорю, вот, там недофинансирование и так далее, то, ну, это не плачь там Ярослав или я не знаю чей, да? Я просто сожалею, что мы могли еще больше сделать, если было финансирование. Но за те даже деньги, которые было вот недофинансирование, да, мы столько сделали, что другие просто не способны даже не то, что это сделать, понять, что как вы могли это сделать, мы вам не верим. Ну, это ж, ну, вы знаете, как это вот приезжает, там говорит, что это вы все сами сделали, что ли? Global Star Club. Возможности безграничны.